Привет, я Простит Темплар, и это да, снова сердечная медицина, доктор Оз. Давай с тобой сегодня продолжать, у нас сегодня с тобой большие цели, большие планы. Ну а прежде чем мы все-таки начнем проходить всякие эти уровни, искать Оливеров, лечить пациентов, ты, если еще не подписан, обязательно подпишись, если еще не поставил лайк, поставь, если еще не написал какой-нибудь комментарий, обязательно напиши. Ну а мы давай с тобой вспомним, что у нас было в прошлую серию. А в прошлую серию мы с тобой облажались. Мы с тобой получали только одни звездочки, даже какой-то уровень один точно не прошли. Да, вот этот. Соответственно, нам придется его переиграть, нам придется пострадать. Но сегодня в планах что? Сегодня в планах пройти все отделение. В планах у нас получить уровень как минимум, собрать мозаику, наверное. Посмотреть мозаику, это опять придется переигрывать. Может быть, мозаику оставим на следующую серию. Пока не знаю, посмотрим, как дело пойдет. И посмотреть журнал. Да, я еще нашел письмо. Письмо я, как всегда, оставлю под конец серии. С самого начала его читать не буду. И, наверное, если время останется, посмотрим журнал. Но не факт, что время останется. Поэтому давай, без лишних слов, без лишних церемоний, с тобой начнем. Нет, все-таки еще несколько лишних слов. Я прошел тут несколько уровней. Маленечко прокачал отделение. У меня теперь несколько рабочих столов. То есть играть будет легче, звезды получать будет проще, и вообще все будет более гладко. Но вот теперь мы с тобой начнем. 26 уровень. Так, без усилителей. Утро морг субботы. Давай вспомним, что тут было. А, я все вспомнил. Удивляюсь, как ты можешь работать здесь целыми днями? Тут не так уж и плохо. Появляется время поразмыслить. Мне не надо размышлять. Я должна работать, чтобы избавиться от лишних мыслей. На чем размышлять? О жизни, о смерти, какая разница? Неважно, скажешь ли он, что я заскочу попозже? Да, вот она приходила. Элиза, как вы? Я хотела кое-что тебе отдать. На, письмо со словами благодарности за то, как вы заботились о Гранте. Надеюсь, это поможет тебе получить диплом. Спасибо. Из ЦКЗ приходили этим утром. Мне жаль, но они никого не подпускают к Гранту. Ой, я все брожу по больнице, пытаясь ощутить прикосновение его души. Тяжко не иметь возможности даже попрощаться. Когда умер Джо, меня не было рядом. И потом мне не хотелось видеть его тело. Но иногда я жалею об этом. Мне всюду мерещится его лицо. Случайным прохожим, на доске объявлений, в улыбке моего ребенка. Но не переживай, я справлюсь. Да, мне тут сказали, что, скорее всего, не переживай, мы с тобой справимся, все будет хорошо. Как говорится, время лечит, не калечит. Обещаю, просто надо подождать. Спасибо, спасибо вам. Ну все, давайте, не работать пора. Пора работать. Так, у меня два компа, смотри, два компа. Я не помню, было у нас два компа, не было. У нас два рабочих стола. Вот это вот, два рабочих стола. И даже два тела. И еще я что-то улучшил. А, я еще их и улучшил. Ты прикинь, давай зовем всех. Столов полно. Сейчас очень быстро с тобой уровень пройдем. До Бобки дозвонимся. Бобка не отвечает. Че там набрал? Че набрал? Ой, я что-то уже начал, что-то я уже много народу позвал. Ой-ой-ой. Погибает зайчик мой, подождите, нате слепки зубов. Взвесили, повесили. Ты на лифт. Да бегу я, бегу. Подожди, не скули. Так, на. Второй этаж. Взвесили, померили, еще двоих позвали. Ой, господи, куда же вас столько-то? Ты за комп, ты сюда. Ты пока со скелетом пообщайся, хорошо. Так, иду измерять. Оливера не вижу я. Так, ты за комп, я бегу. Да биби. Бегу. Я не знаю, надо ли заново проходить испытание, если оно было пройдено. Наверное, не надо. Но я пройду. Ладно уж. Эллисон, не крутись. А, я пока еще уровни проходил. У меня Эллисон один раз зависла. Но потом сразу же отвисла. Для меня это был шок-контент, потому что я такого от Эллисон не ожидал. Потому что она может вообще отвиснуть. Не надо тух-тух.
Но она настолько отвисла, что она просто начала гоняться по всему отделению, как угорелая, как в жопу ужаленная. Туда-сюда, обратно, то к лифту, то от лифта, то к компу, то сюда, то туда. Я, в общем, пока она зависла, я накликал на все эти. Так, ты к компу, ты к столу. Смена кончилась. А, у меня принтера нет, подожди. Подожди, принтер. Принтер кончился, подожди. Так, вот тебе слепок зубок. Зубок. Знаете, зубок. Взвесим колобок. Хорошо. Ну, бабки не позвонили, ну и ладно. Ну и ладно. Ну и не нужен нам этот боб. Бобка прохиндей. А мы Оливера не нашли, что ли, получается? Так, давай сделаем все, чтобы было чисто. Ну, смотри, мы уже две звезды получили. Как нифиг делать? Просто две звезды. Две звезды. Блин, я насчет испытаний переживаю. Ну ладно. Испытание испытанием, не страшно, не беда. Мы его проходили один раз. Это значит что? Это значит мы его прошли. Правильно? Правильно. Ага, Бобка. Что значит расследование закрыто? Стандартная процедура. Больше никто из пациентов не заразился. Мы взяли несколько образцов крови для архива, но на этом все. Мне жаль. Тогда поделись со мной образцами, чтобы я продолжил исследование. Мне жаль, Обри, но никаких сторонних исследований. Понимаю, это обидно. Я была так близка. Не знал, что вам это так интересно. Не желаете вступить в ЦКЗ после окончания учебы? И целыми днями ходить в таком наряде? Нет, спасибо. А что насчет вас? Ой, а меня берите, меня с руками оторвите в ЦКЗ. Какие у вас планы на будущее? Да, Элисон, что ты будешь делать после интернатуры? На завод пойдет. Обри, нужно проверить эти анализы. Подойди, пожалуйста. Давай, 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 давай. Ой, да не начисти, глаза выколю. Иди отсюда. А возьмете в ЦКЗ? А что насчет тела Гранта? Его везут в лабораторию ЦКЗ и кремируют. Меры предосторожности. Понимаю, нужно не забывать о заражении. Но что насчет людей? Каких людей? Может, выпьем кофе? Ты куда свои ласты подклеиваешь? Не надо тут свои яйца подкатывать и ласты подклеивать. Ты что делаешь? У нее и Дэниел есть. Он распиздяй, но он есть. В смысле да? Куда да? Какие да? Какие кофе? Так, мы уровень, кстати, забыли получить. Какое кофе-то? Кофе. Вот сначала кофе, а потом все. Пиши пропало. Так, алмазики хорошо. Усилители замечательно. Алмазы вообще огонь. Так, ну едем дальше. Полдень субботы. Этот все жрет. Рон Визли. Медицинский. Поверить не могу, что в ЦКЗ просто закрыли дело. Думаю, это вопрос приоритетов. Ням-ням-ням-ням. Раз больше никто не заболел. Ну, дилетанты. А я пожру. Кстати, о приоритетах. В команде доктора Эрми скоро появится вакансия. Да-да-да. Если бы я смогла закончить исследование и определить вирус. Ой, это все из-за нее. Все заразятся из-за нее. Она со своим исследованием всех заразит, вирусы выпустит, пробирка разобьется, вызывайте этих Леон и Кеннеди. Короче, алярм и жопа будет. На этой неделе я дополнительно работаю с ним, так что он сможет оценить мою работу, да. А то стал бы настоящей звездой. О, блин, ты и без того звезда. Ты слове пиздашься в нескольких буквах. Но ты хоть слышала, что я сказал? Что-то об Эрми, но меня он не волнует. Если выгорит, я могу получить полную ставку в этой больнице после интернатуры, да. Ты Эрми, ага. Только не упоминай тогда Элисон. Из-за всей этой суматохи со спасите Элисон не взлюбил ее еще сильнее. Лан горит. Так, тебя давно не было, что тебе надо? Сэм, ты лично возвращаешь бумаги, а? Потрясающе. Почему она делает бумажную работу за тебя? Элисон сказала свое слово. Спасибо, Сэм, ты лучшая. Да потому что она профессионалка тоже, ей... Там парень глазки построит, и все, и она всю работу сделает. Использует ее. Он арбузер просто, но нормально. Не стоит так над ней измываться. Ой, я всего лишь шучу. К тому же она любит работать с бумагами. А я нет. Но раз уж теперь я твой интерн, то займусь и этим. Вот смотри, видишь, занимаюсь, ага.
Пытаешься заслужить 5 с плюсом за смену? Мне понадобятся любые преимущества при разговоре с Оливией. У меня назначена встреча с Оливией через 2 дня, это мой последний шанс. Тогда обещаю нагрузить тебя бумажной работой по самые ушки. Лицо Эллисон бесподобно просто. Это я на работе, когда накидываю какие-то задачи. Так, разберитесь с банком миллиона. Разбираюсь. Потихоньку разбираюсь, никуда не тороплюсь. Подождешь, я с бумажками разбираюсь. Тоже подождешь. Подождите, не спешите никуда. Лучше уходите. Так, хватаем, собираем. Сердца. Так, ты сюда. Главное не забыть принять бумажки, забуду сейчас опять. Подождите. Бумаги разбираю, собираю. Ольгер, вот он. Два Ольгера? Нет. Почему мне кажется, что два Ольгера? Не знаю. Кажется, слышится. Так, слепки зубов. Так, идем. Сегодня не спеши. Не надо спешить. Куда тебе надо? К моргу. Иди к моргу. Давай, ладно, двоих. Блять, сука! Вы там прятались, что ли, за дверью все? Эллисон. Справимся, Эллисон, не паникуй, не кипишу. Все, мы справимся. Справимся, тебе говорю. Так, сюда. Главное не забыть про бумаги. Без бумажки ты какашка. Бумажка человек. И дальше можно пройти с бумажкой. Потому что с бумагой проходишь везде. Так, хорошо. Фоткаем, шлепаем. Камера с мини-объективом. Про вас я забыл. Так, ты к компу. Блядь, скальпель нужен. Сестра, скальпель. Слушай, набери вот это все чебухни. Вот так вот, ага. Так, подождете. Сейчас я выпишу всех, подожди. Так, слепок зубок. Блин, почему зубок? Какой зубок? Зубов. Не зубок. Готовы получить, распишитесь. Компы поломали. Черти. Что за люди? Писюн на блюде. Сразу двоих ко мне. Так, я про бумаги забыл. Стоять, стопэ, ждем бумаги. Бумаги ждем, говорю. Никто не уйдет, пока я не закончу с бумагами. Так, готово. Опять зубки. Зубки есть. Тебя к гробу. Так, давай выпишем, на кассе пупку хочет. А этих выписывать не будем. Они все равно будут золотыми. Просто спокойно закончим с бумагами. Вот, еще и комп починим. Комп починили, время осталось. Звезда есть. Даже две звезды будет, скорее всего. Да? Да-да. Ну нет. Ну и ладно, ну и пожалуйста. Ну не больно-то хотелось. 60 очков не хватило до звезды. Ну хорошо. Зато все починили. Все у нас замечательно. Да хватит тут шароебец. Тут больница, между прочим, не проходной двор. Элиза! Я пришла, как только смогла. Я поговорила с ЦКЗ, пусть это и нарушение протокола, но они понимают, что у вас должна быть возможность попрощаться. Поэтому они отдадут тело Гранта на время, в защищенном виде, конечно. В защищенном виде, вот, ага, ты понял, да? Цепочка-то выстраивается, смотри. Этот сейчас услышит, он уже вон ухи свои глазюки навострил. Он сейчас услышит, пойдет к Обри. Мы его, сука, вычеркнем из списка нормальных, хотя мы его там записали ручкой. Скажет Обри, что есть тело, вот оно. Тело красивое и смело, все дела. Она придет, возьмет вот этот вот для исследования там образец крови, слюны, волос, ногтей, еще чего-то. Пробирку разобьет и всех заразит. Вот так все дело и будет, я тебе говорю. И мы устроим здесь небольшие проводы. Да-да-да-да-да-да-да. Ты просто не умеешь сдаваться и... Молодец, Эллисон. Или нет? Может, зря на него гнал? Да все равно пиздюк он. Я уверен. Ну, не может быть он нормальным прям на 100%. Был бы нормальным на 100%, мы бы его сразу записали бы ручкой. А так он карандашом, так что ненормальный. Так, давай со скоростью, что ли, поиграем. Нарколыга.
О! Тихо. О, мой любимый доктор! Тебя-то я и искал. Что ты здесь делаешь? Мне просто надо сдать анализ мочи на наркотики для своего инспектора. Ну, ты понимаешь, поэтому ты сдашь его за меня. А, нет, ты что ж, нарколог ебаная? И ничего такого, просто мне не хотелось бы его провалить. Что ж, желаю удачи. Не так быстро. Ха! Нас же связывают узы особой дружбы, правда? Вот я и подумал, что мой добрый знакомый доктор сможет подправить анализы. А? Загляни в лабораторию и сделай так, чтобы мои анализы были чисты. Ведь так поступают друзья, они помогают друг другу, ты понял меня? Дэниел, не ведись, это провокация! Дэниел, не надо! Не смей! Нет! Дэниел, блядь, тебя уволят! Уволят тебя! Что скажешь? Не могу, нет. Ты скажешь, конечно, Герман. Ведь я не хочу, чтобы ты сообщил другим врачам о тех маленьких таблеточках, которые ты даешь мне. Ты бы этого не сделал, да. Хотя мог бы. Так что придется тебе мне помочь. Ага. На нахрен. Думаю, мы пришли к взаимопониманию. Понял, щенок, блядь? Да. Я знал, что могу на тебя рассчитывать. Так, надо попить. А это с Хонором уже. А, профурсетка не успела, не успел этот наркоманец, как она уже с другими. То с Бобом, то с Хонором, то еще с кем-нибудь. Одним словом, Элис. Очевидно, твоя беседа с Оливией должна пройти отлично, благодаря нашей акции поддержки. Очевидно. Но советую выбрать другой наряд, чтобы впечатлить ее еще сильнее. Пуговки тут шлепс, юбку покороче, халат снять. Может, она по девочкам, мы не знаем. Что там, наряд? Ты дурак, что ли? Я это не надену, нет. Костюмы борцов, которые мы использовали для сценки в детском крыле. Я думала, все сгорело при пожаре. К счастью, это хранилось у меня дома. А, спасибо, но нет. Есть все же разница между впечатлением и угрозой. Зато ты хотя бы улыбнулась. Я тут тоже что-то задумал. Что ж такое? Кто меня укусил? Ты прикинь? Что это такое? Какая-то хрень сидела, что-то меня кусает. Это крутые костюмы. Надо будет как-нибудь их надеть. Оживить это место на скелета. Если что, я в деле. Да понятно, вы тоже уже там между собой. Все с ними ясно, все понятно. Ой, лучше отложите пока. Сегодня после полудня нам борцы-рестлеры не нужны. Куда он там все это спрятал? А, подготовьтесь к прощанию с Грантом. Так, давай сразу закажем. А, сразу это. Так, что это такое? Это вот это, сразу мне двоих. Давайте. У меня компов полно. Место есть. Все хорошо. Так, опять бумажки. Без бумажки ты какашка. Иди к гробу. Вот, когда у тебя есть несколько рабочих столов, жизнь сразу легче. То есть я могу звать много людей. Они спокойно будут заниматься всеми делами. Бегу. Элисон, давай быстрее. Так, ты к компу. Ты к лифту. Зубки. Починили. Отправили. Элисон чиником. Элисон, комп чини, ждут. Так, замечательно, хорошо. Ты к компу, я сюда. Вот со скоростью прям сразу мне нравится работать. Жизнь сразу легче. Плюс у меня два стола, два компа, два трупа. Ой, я про тебя забыл совсем, подожди. Бегу. Элис, у тебя скорость, давай быстрей. Так, починились. Да что ж такое? Какая-то падла меня укусила. Так, хорошо. Зубки. Камера. Мотор. Чё, ты не знаешь, где сердце? Вот оно.
Бегу. Я бегу. Так, у меня бумага кончилась. Да подожди, ты не на тух-тух только. Сейчас все будет. Так, еще раз заказали. А, я еще принтер прокачал, кстати. Он теперь какой-то там лазерный. Этот, как его? XP. ХП. Короче, мощный, хороший принтер заказал. Прям огонь. Ну все, ждем. Мне надо еще одну принять, и можно всех отпускать. Слушай, я тебе говорю, какая-то хрень по мне ползает. Починили, готов. Звезда есть, звезда есть. Блин, я опять забыл про эти анализы. Да они их делают, я про них забываю. Ну, другая смена отправит, да? Не беда. Продолжить. Ну, 100% же, да? Вот будет сценарий, который я сказал. Ну, стопудово. Попрощались, улыбнулись. Он был хорошим. Жил без страха. И умер без страха. Ну и правда, он был веселым, забавным. И в целом, несмотря на ряд болезней, он пытался жить. Пытался получать какие-то эмоции там. Серфингом занимался, дайвингом. И сейчас придет Обри. Конечно! Я тебя узнал в костюме-то. Конечно, это ты. Ага. Ага. Конечно, она. Стопудово, 100%. Ну, явно вон. Ага, вот и все. Сучка, еще и целует, прикинь. Совсем кончилось. Заразу, бахилы будешь разносить, если об этом кто-то узнает. Бациллы разносит. Так, 29 уровень, едем дальше. Лаборатория микробиологии, утро понедельника. Да пизда, все, всем пизда. Сегодня нам предстоит реорганизовать эту лабораторию. Это кто говорит? Это Рут говорит. Или Оливер. А, плевать, что там говорит Ульрика, но эта система не работает. На самое время все исправить, пока ЦКЗ нет, а у Ульрики выходные. Ну все, картинка сложилась еще больше. Сейчас она тут все нахуе вертит. Анализы туда, анализы сюда. Бумажка тут, бумажка там. Короче, превратит из... Как бы сказать... Упорядоченного хаоса превратит в упорядоченный и неупорядоченный еще больше хаос. И за это все потеряется, за это все сломается, пробирка разобьется. Всем алярм, всем пиздец. Мы же создадим самую лучшую лабораторию, да, Оливер? Зеленый для опасного, бред. Эллисон, спасибо вам за все. Мы еще увидимся? Не здесь. Я и без того слишком долго бродила по больнице, как призрак. Мне еще больно, но если так и скитаться по коридорам, легче не станет. Нет. Помните, вы говорили о грезах, о приятном месте, куда Грант мог мысленно отправиться. Да-да-да, был дело. Я найду его в реальном мире и останусь там на какое-то время. Ну и правильно. Ну и живи дальше. А сделайте так, чтобы не меньше 10 врачей ушли золотыми сердцами. Ну это можно. Это всегда пожалуйста. Сразу двоих. У меня столов полно, можно еще одного. Давайте. Так, я сегодня без скорости, да? Ой, ну ладно. Тогда зовем по чуть-чуть. Много не надо. По чуть-чуть зовем. Ебать, я позвал. Ну ладно, не беда, справимся. Так, бегу. Починили, отправили. А третий этаж. Про тебя не забыли, про тебя помним. Так, тебе ножницы, ты морг, ты сюда. Ёб твою мать, сколько вас тут народу набежало. Сколько вас тут набежало. Так, ты второй этаж, ты компуктер, а ты пук-пук. Да давай жми этот лифт, ёбаный, быстро. Там Оливер сейчас пропадет. Оливера нашли. Без бумажки ты какашка. Ага. Вот так вот. Не надо пук-пук, спокойно. Пук-пук меня никто не делал. Про тебя я забыл. Ой, про тебя я даже и не вспоминал. Так, касса. Так, бегу. Я забыл, что у меня скорости нет. Я почему-то думал, что я на скорости.
Наскипидаренный, а у меня не наскипидаренный. Так, еще пятерых надо. Так, тут есть пятеро, да? Пятеро есть, хорошо. Давайте, давайте, давайте. Надо с этими, короче, поработать по максимуму. Должны быть золотые звезды. Звезды должны быть золотыми. Тогда испытание сделаем. За тебя помним. Блять, сразу не мог сказать про камеру. Сказать сразу не мог. Барам. Сейчас он тот не золотой будет. Сейчас будет, 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 будет. Спокойно. Нормально, ты к лифту. Все, задание сделаем, все хорошо. Пятер же. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Ой, господи. Так, про это не забываем. Что-то у меня звезд нет. Где звезды? Все чисто, все убрано. Все, отправляем. Звезда есть. Когда есть звезда, это замечательно. Продолжить. Спокойно. Вдох-выдох. Куда мы? Слушайте, тигр, что за штука? Кусает прям, зараза меня такая. Ай, спасибо, что согласились выслушать меня, Оливия. Это какая-то вирусная хуйня. Летает здесь, заболею, помру. Я просто хотел сказать, что осознаю свои ошибки. И не прошу поблажек или нарушения правил. Я готов работать дополнительно и сделать все, что нужно, чтобы получить диплом. Так, меня заебали просто кусать, я закрыл все окна. Не могу прям. Искусали меня целиком и полностью. Так, ладно, давай с тобой продолжаем. Ой, мне жаль, Элисон. Я вижу, как тебя любят, и понимаю, почему. Нет, нихуя мы не продолжаем. Машка злая, злючая до ужаса. Я не понимаю, что она вообще хочет в этой жизни. Она сожрать все хочет в этой жизни. Лютует прям. Ты потрясающая женщина, и я желаю тебе самого лучшего. Но ни дополнительных задач, ни третьего шанса не будет. Точка. И безвкусно. Понятно? Не может быть. Это было моей мечтой. Я никем другим себя даже не представляла. Буду более чем рад, если ты закончишь этот семестр. Подумай о том, что делать дальше. Могу свести тебя с консультантом, чтобы обсудить другие варианты карьеры, и все. Тебе может подойти другая профессия в медицине. Медсестра. Не, не подойдет. Mm-mm. Элисон, прости, но исключений я не делаю. Да, понимаю. Ну и хуй с тобой. Ну и пожалуйста, ну и не больно-то хотелось. Нам все равно всем пиздец. Опа. Опа. Ты что, все из-за Дэниела будешь, что ли? Так, ага, ага. Что-то делает. Что-то мутит, ага. Банка-склянка. Хоть готова. Хоть готова. Положил в зеленую. Ай, Фредди, могу чем-то помочь? Рут или Ульрик здесь? Прости, но нет. Мне нужен образец крови 4-й группы с положительным резус-фактором. У меня аттестация у Эрми. Ой, я сейчас найду. Рут, короче, все... А, пизда! Это тот вирус. Вирус-то, она все поменяла. Типа, у нее как был? Зеленый опасный, красный не опасный. А он наоборот, блядь. А, пиздец, все. Спасибо, друг. Пожелаю удачи. Ага. Дэниел, ты ебаный карась, блядь. Все из-за Дэниела. Все из-за него. Ладненько. Давай, скорость, наверное, не будем. Холл, полдень понедельника. Пиздец, короче. Сумей поймать 10 раз, пройду аттестацию. Ай, долбоёб, блядь, долбоёб был, ты дебила кусок. С огнем играет, с огнем играет. Раз. Хардбас, всем пиздец. Два. Осторожнее, мистер Моррис, пробирка вам не игрушка. Простите, доктор Эндрю, я не хотел. Увидимся вечером. Хоть два. Да-да-да. Это все из-за Дэниела, короче. Но в самом начале это все из-за Обри. Я выполнил твою просьбу. Мы в расчете. Больше не обращайся.
больше не обращайся. Так с лучшими друзьями не разговаривают. Мы ж только начали. Мне всегда хотелось иметь лучшего друга с доступом к больнице. Не думай, что я этого не ценю. Вот, небольшая благодарность. Всего одна, как ты любишь. Там пачка целая. А ты куда берешь-то? Выбрось каку! Фу, блядь! Вот, не подбирай. Не подбирай, нет, не трогай, скотина, безвольное животное, мразота. Да-да, не смотри туда, держись до конца. Эльсон не ответит. Центр реабилитации Бичвей беспокоит Дэниел Саммерс, мне нужна помощь. А чё за туса? Но она все провалила. Ох. Милые шарики. Мы были уверены, что ты... Мы с ними разберемся. Не стоит. Надо отметить, мой последний день здесь. Как-никак. Когда я закончу сегодня дежурство... У меня появится больше времени приглядывать за Джо-младшим. Вот, она уходит, ее выгоняют из больницы, все перезаражаются к херам собачьим. А она будет сидеть с ребенком, и все будет хорошо с ней. И ее попросят, типа, вылечи нас, Эллисон, пожалуйста. Ну, помоги ты, пожалуйста, ради бога. А мы скажем, а нетушки, а надо было раньше башечки своей думать. А идите вы нахрен, пожалуйста. Могу сказать одно, смену в морге ты отработала на славу. Проверь, чтобы твои оценки были оформлены официально. Да-да-да. Ты же по-прежнему мой любимый интерн. Как-никак. И ушли все. Хотя бы обняли, не знаю. Пройдите не больше 200 шагов. А почему так мало? Ну давай, не больше так не больше. Попробуем брать сразу все, что нужно. Это не очень... Блять, надо было, короче... Сразу надо вот так вот. Блин, ну это будет тяжело на самом деле. То есть надо получить звезду и пройти совсем чуть-чуть, да? Ну давай пробовать. Может быть получится, конечно. Не люблю я такое задание, мне оно не нравится. Совсем. Так, Оливер есть. Ты к лифту, ты сюда, ты сюда. Противно скрипит. Второй этаж. Так, компы будем чинить только тогда, когда это дело понадобится. Блять. Ну хорошо. Слепок зубов раз, слепок зубов два. Готово. Так, пока мы здесь, можно починить. Отправили. Так, ножницы к компу. Сразу по пути сюда. Слушай, ну не знаю, полсмены прошло, да? Чего тебе не хватает, бумажки? Слушай, может и справимся, может и справимся. Я думаю, что справимся. Так, надо как-то аккуратно. Иди пока к скелету. Пока сделаю принтер. Фотоаппарат. Блять, пиздец. А знаешь, что сделаем? Звезда есть. Я хочу просто испытание сделать. Давай вот так вот вернемся сюда. Все, у меня нет. У меня нету... У меня шаги кончились. Все. Все тупли... тупли. Все туфли истоптал, давайте тух-тух и уёбывайте. Тух-тух и съябывайте нахуй из моего отделения. У меня последний рабочий день, я ничего не знаю, ничего делать не хочу. Я сделаю испытание, получу мозаику, все. Давай. Да давайте уже, тух-тух, тух-тух, тух-тух. Чё вы мне сделаете, а ничего вы мне не сделаете? А я и так уже уволилась, всё. Всё, пиши пропало. Пожалуйтесь, вперед. Давайте.
вот так вот. Жалуйтесь, не жалуйтесь, мне по барабану. Будем сидеть ждать. У меня шагов нет, я тебе говорю. Там вот, ну, вот, вот так вот, больше нет. Забирайте его, уносите, этот все вскипел, это тоже вскипел. Забирай его, давай, забирай его. Давай, 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 это тоже кипит. Не уходи далеко. А, я же говорил тебе, не уходи далеко. Забирай его. Все. Готов. Слушай, ну а что, звезда есть? Есть. А что еще надо? А больше ничего не надо. Продолжите. Анализы в чашке Петри. Совет, всегда нужно найти три элемента. А мы уволились. А какие чашки Петри? А нас не волнует, нас не колышет и не ебет. И Дэниел тоже увольняется. Говорит, вы мне не сдались, вы мне больше не дружки. Дэниел, я как раз... прости меня, Эльсон. Я как раз направлялся к Софии, я... Что ты? Я доставил тебе слишком много проблем. Но мне нужна помощь, серьезно. Дэниел, все хорошо, я... Нехорошо, я позвонил в центр... Центр реабилитации в Остине. Они меня сейчас забирают, ну, вот-вот. Но это же хорошо. Я тобой горжусь. Ты справишься? Все хорошо? А чё нет-то? А чё плохо-то? Иди лечись. Ой, а обо мне не переживай. Главное, поправляйся. Уверена, если хочешь, чтобы я остался... Ой, не ищи предлог, иди лечиться. Я справлюсь. Это хорошо. Ведь мы некоторое время не увидимся. Эта программа требует строгой изоляции. И у них есть строгие правила касательно отношений. Тебя в тюрьму забирают, что ли? Но я буду думать о тебе каждый день. Ну вот, я люблю тебя. Это кто сказал? Дэниел, наверное, сказал, да? И я тебя. Нет, наоборот. Все, пиздец. Это странно. Доктор Эрми, это же... Как дела, джентльмены? Моя дежурство подходит к концу, так что если что-то нужно, то говорите сейчас. Мне надо, чтобы вы закрыли дверь или заперли. Сейчас же! Опа! Встречайте команду борцов! Ёбаный насос! А, всем пиздец! Все заболеют и помрут, как мухи. Так, ну что? Мы с тобой одну мозаику не собрали. А это где такие мозаики? А подожди. Давай посмотрим. А, ну вот как раз две мозаики. Слушай, ну давай смотри. Давай, мы с тобой отделение по факту закончили, да? Давай откроем. Сюда, наверное, заходить не будем. Да, это реальность. Как раз-таки на самом интересном месте с тобой закончим. Предлагаю дособрать мозаику, посмотреть мозаику, а потом заполнить что-нибудь в альбом. Да? Да. И я думаю, скорость прикупим. Почему и нет? Так, морг, вторник. Мы это все видели, мы все это знаем. Так, нам нужна только мозаика. Поэтому все по очереди сюда. Все по очереди к скелету. Заходите, проходите. Так, ты сюда, ты сюда. Я к тебе, блин, зря скорость взял, на самом деле. Прям зря. Она тут особо не нужна. Поэтому ладно. Ну, взял и взял. Никогда не страшно. Так, еще двоих. Так, сразу за фотиком, ты к скелету, я сюда, ты сюда, ты сюда, ты сюда, ты сюда, ты к скелету, ты сюда, я туда, ага, из Африки вода, ну вот все. Испытание выполнено, выполнено, звезда есть, звезда есть, хотя она и так была. Так, занято, свободно, камера есть. Так,
замечательно. Куда тебе? Третий. Ой. Ой, да давай скорее, иди, иди быстрее, быстрее. Три тысячи, кстати, у нас почти 4000 сердец. Может быть, можем что-то прикупить? Как ты считаешь, можем, не можем? Наверное, можем. Да все, это мы все видели. Видели, видали мы все это дело. Так, едем дальше. Давай без скорости. Что тут надо? Да все, 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 все. У всех должно быть не меньше 6 сердец. Давайте сразу троих. Мы сейчас работаем очень быстро. У нас много столов, поэтому успеем. Ты пока к скелету. Как мы тогда не смогли выполнить это задание? Тут же все довольно просто. Так, готово, готово. Отправили, заправили. Еще двоих. Не, ну это задание мы легко сделали, на самом деле. Готово. Тампы починили, все замечательно. Еще двоих. Сюда, туда. Еще двоих. Так, ты к компу, ты к скелету. И сюда. Так, тебе подсобили, помогли. Да подсобили, помогли, сказал. Вот. Ой. Замена. Эльсон, ты куда? А, я понял. Спокойно, никто пух-пух у нас не делает. У нас все люди солидные. Заведение тоже солидное, в кавычках. Но все хорошо. Так. Все. Ампы починили. Бляха, для тебя комп чинил, что ли? Так, здорово, замечательно. Ну все. Смотрим мозаику. Все там чисто, все нечисто. Нас не волнует. Нас уволили. Продолжить. Пропустить. Так, ну что ж, можно смотреть мозаичку. Давай ее соберем. Сюда. Это нога вояки-буяки. Это камушки. Это сюда. Так, это вояка-буяка. Это окошко. Это вот этот вот. Это вот этот. Вот этот вот. Вот. Картинка. Уголок. Ага. Цветочек. Так, цветочек. А, ноги. Нога. Голова. Готово. А, здорово. Все, смотреть. Конечно, мам, я понимаю. Вас ждут в церкви, для вас это с папой очень важно. Просто все мои друзья разъехались на праздники. Да, я знаю, что они тебе никогда не нравились. Но увидимся на следующий праздник, мам. Не я тебе. Эрми, привет, какие планы на вечер? Что? А почему ты спрашиваешь? Я тут просто подумал, может, выпьем вечером? Мы же только на работе видимся. Нет? Ха-ха-ха, ну ты приколист, Леон. Очень смешно. Чтобы мы с тобой вместе проводили Рождество. А ему скучно и одиноко, между прочим. Возможно, из-за этого он и пытается шутить. Это его защитная реакция, потому что ему одиноко. Джордж, здорово! А что ты делаешь сегодня вечером? Просто иди мимо, делай вид, что не слышишь. Да. Ну и ладно. Сэм!
Но Сэм-то не откажет, да? Я один раз глазки построю и все. Сэм, красотка! Ой, Леон, я тебя не ждала, а что такое? Да я всегда появляюсь неожиданно. Понимаешь, оказывается, у меня сегодня свободный вечер. Я подумал, может провести вечер с Сэм? Честно говоря, я собирался поужинать с родителями. Можно, конечно, сказать им, что я не смогу. Но они все-таки... Но все-таки братья прилетели из Европы. Нет, что ты. Семья прежде всего. А сам ты к семье не пошел. А почему? О! Нормально. Что ж, хотя бы на тебя, скелет, я всегда могу рассчитывать. Да? Правда? Ты же не против? А? Дай пять. Ты настоящий друг. Ну что ж, вот мы поняли, что на самом деле ему очень грустно и одиноко. Так, у меня есть письмо. Итоги расследования. Док Дэд Джеймс, Мейсон Гамильтон. Мистер Гамильтон, с прикордием сообщаем, что поиски вашего отца Виктора Гамильтона зашли в тупик. А, я забыл про Виктора, он же тоже где-то пропал куда-то, да? А его членс убил, да. А у меня есть все доказательства, у меня есть все свидетели, мне член сам сказал. Полагаем, что мы использовали всевозможные зацепки и ресурсы, поэтому, пусть даже его останки не были найдены в Литл Крик, советуем оформить вашего отца как жертву пожара. Это позволит... Это позволит закрыть семейные прения и привести дела вашего отца в порядок. Если пожелаете продолжить поиски, мы можем обсудить оставшиеся варианты. Дэд Джеймс, частный детектив. Хорошо. А я забыл про Виктора совсем. Так, ну что ж, обещал журнальчик. Смотри, тут в целом-то не так много. Ну, зашла тема про Рождество, начнем с Рождества. Давай как? Тут немножко как-то не по порядку. Типа, место Рут, потом Хэллоуин, потом вечеринка. Рождество, Рождество, потом День Святого Валентина, День Святого Валентина. А, ну нет, все по порядку. Смотри, типа, Хэллоуин, Хэллоуин, Рождество, Рождество, Валентин, Валентин, весна, весна. Ну давай Хэллоуин. Так, 5-5. Смотрите. Это другой скелет, кстати. Доброе утро, Лео. Привет, скелетор. Здорово, говорит. Помнишь, как он напугал меня в мой первый день? Эта шутка никогда не устареет. Но ты же совсем безобидный, правда, скелетор? Никому никогда не причиняешь вреда. Просто машешь по команде. Надо проверить график на сегодня. Мы увидимся позже. Хорошо. Сейчас он его съест. Опа! Надо бы подобрать костюм на Хэллоуин до конца этой недели. Что думаешь, скелетор? Призрак скучновато, правда? А что насчет доктора вампира? Граф Акула. Доктор Акула, да. А может сработать. Сделаю фальшивую кровь, возьму медицинские пластиковые пакеты и... Скелетор? Скелетор, что ты там делаешь? Тут же нет сквозняка, правда? Или есть? Ну-ка, езжай обратно. Ага. Вот так вот, да. Тотара. Паника. У него паника. Паника, 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 паника. Что-то не так. Да неужели? Че, все, что ли? Так, давай еще посмотрим. Это, короче, со скелетором. Это мне нравится, это забавно. А, привет, скелетор. Кажется, кто-то одет не по случаю. Эй, даром. Скелетор, в чем дело? Не хочешь помахать в ответ? Ну ладно, хватит. Скелетор, спасибо. Наверное, что-то с сенсором движения. Скелетор, это я, Леон, твой лучший друг. Ты чё? Куда едешь? Опа. Скелетор, ты меня пугаешь. Да!
это забавно. Слушай, а тут, кстати, я что-то сказал, то, что их мало, а их тут, оказывается, ебать их тут! Ёб твою мать! Ну давай Скелетор сегодня посмотрим. Хочу понять, чем это закончится, смотрите. Скелетор, нет! Тебя что-то расстраивает, Леон? Может, несчастный пациент. Закрывайся! Запирайся! А, кто-нибудь, на помощь! Думаю, хватит уже, Скелетор. Все в порядке, Леон, это всего лишь мы. До усрачек напугали пацана. Че, блин? Вы это все подстроили? Раньше я увлекался радиоуправляемым самолетом. Это легко, когда знаешь как. Поздравляю, вы подшутили над шутником. Хоба, хоть, хоба, хоть. Ну вы даете, вот ведь было и правда страшно. Эллисон? Ты же Эллисон, да? Или нет? Или да? Или нет? Скорее всего, да. Веселого Хэллоуина. Ебать, да Хэллоуин еще как раком до Китая. И че, блин? Так, ну что? Что тут еще-то есть? Ну тут на самом деле очень много всего. Очень много всего. Прям, мне кажется, надо отдельную серию выделять и все это дело смотреть. Мы будем по чуть-чуть. Вот так вот по чуть-чуть взяли. Че я открыл-то? Не надо ничего открывать. По чуть-чуть зашли, по чуть-чуть посмотрели. Но какую-нибудь серию, наверное, стоит выделить, да? Вот если стоит выделить какую-нибудь отдельную серию, чтобы посмотреть, пока хватает алмазов, напиши об этом в комментариях. Ну а сейчас давай заканчивать. В общем, как обычно, подписывайся, жми на колокольчик, обязательно ставь лайк, комментируй, если есть что сказать, что рассказать, рассказывай обо мне своим друзьям, делай репосты. В общем, удачи и до новых встреч.